Привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life is my life. И сегодня мы хотим вам показать маленькое видео, или показать в этом видео, какая бывает распродажа, какие бывают скидки на межсезонье. А мне кажется вообще, что правильнее, Сережа, будет сказать, что мы хотим, естественно, мы хотим показать скидки, но, наверное, мы больше хотим показать сам магазин, онлайн-магазин Shopify. И ты, даже как нет, водитель Uber, должен рассказать, как это взаимодействует вместе. Ну, в общем, цели, скажем, будут... Это видео преследует две цели. Во-первых, показать онлайн-торговлю, потому что мы обычно бываем в живых магазинах, так сказать. Вот, и никогда не показывали, что происходит онлайн. А вторая цель – это, да, показать, как можно зарабатывать, будучи водителем или пассажиром Uber, зарабатывать деньги. Пассажиром тоже? Я хочу. А, да. Блин, я Uber пользуюсь, честно говоря. Один раз пользовалась. Два. Два? Вау. Можно зарабатывать деньги из воздуха. Вот. Значит, ну, собственно, про магазин Shopify. Это обычный онлайн-интернет-магазин, который работает с такими магазинами, как Sears и Kmart. Вот. И, значит, что вам надо сделать? Если вы собираетесь пользоваться Uber в той или иной форме, то есть быть водителем или пассажиром, вам надо ваш аккаунт связать с аккаунтом этого магазина. Это все делается просто. Вы можете либо воспользоваться моей ссылкой, либо просто открыть этот магазин в интернете и, скажем там, через менюшку сделать это. И все. И потом, значит, в зависимости от количества совершенных вами поездок, вам будут начисляться поинты. То есть там баллы, виртуальные доллары, можно их называть как угодно. Они будут вам начисляться, складываться на ваш счет. Вы можете отслеживать эту сумму и периодически можете их тратить. Единственный... Вот я и хотела сказать, что ты обязательно скажешь, что они... Единственный нюанс, что эти поинты периодически сгорают. Если вы не потратили, значит, эти деньги, то они хоп, и в один момент обнулились, и у вас, да, опять ничего. Они могут либо целиком обнулиться, либо могут частями обнуляться. Ну, в общем, за ними надо следить. Ну, вот и, собственно, что еще... А, и значит, за эти поинты можно купить определенные товары, но не все. На тех товарах, которые можно купить, стоит пометочка, что можно реализовать свои поинты. А еще, чтобы было легче, ну это я скажу, потому что я больше там играла. На самом деле, чтобы не путаться и смотреть, этот товар доступен за поинты этот или нет, сразу там в меню включаешь настройку, что, ну, чтобы показывали товар, допустим, который... вы выбрали... сумки или там стулья или там постельное белье, сразу же делаете галочку, что только то показывает товар, который доступен для поинтов, и тогда он показывает только, ну, чтобы не ковыряться долго. Вот. И еще, значит, чем дальше, тем больше, как говорится, на ту сумму, на которую вы потратили деньги в этом магазине, вам опять автоматически начисляются поинты и опять же зачисляются на ваш счет. Вот. Также можно покупать любые другие товары, не имея этих поинтов, ничего, просто как в обычном магазине онлайн. Даже без Uber, правильно? Я просто, да, могу... да, просто. Ну, тогда, наверное, будет просто не очень интересно, потому что цены там, ну, иногда... Нет, там цены зашкаливают. Но надо смотреть цены вот эти вот сейловые, например, те сапоги, которые вы сейчас увидите, что Марина она выбирала себе. Их можно было покупать просто за прямые деньги. Ну вот, вроде бы все сказали, что хотели. Сейчас будем показывать магазин. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментарии, делитесь своим мнением. А за что тебе начисляются эти поинты? За проезженные мили или за часы работы? Как оно взаимодействует? Ой. Проезженные, я неправильно сказала. Проеханные. Наезженные. В общем, начисляются они, по-моему, за мили. Честно говоря, я пытался разобраться с этим в тот момент, когда регистрировался, по-моему, за мили. В общем, чтобы не быть голословным, я вот вернулся к этому магазину, зашел в свой аккаунт, и вот вы видите, что бонусные
очки в размере $100 начисляются каждые 3 месяца. Сразу, когда я регистрировал аккаунт в этом магазине, связывал Uber и этот магазин, по-моему, речь шла о милях. Но это было уже достаточно давно. И моей регистрации уже, как я посмотрел, больше 2 лет. Вот. Поэтому, возможно, произошли какие-то изменения. Но, тем не менее, сейчас вот, я повторяюсь, каждые 3 месяца $100 начисляется. Это неплохо. Этим можно пользоваться. Поэтому, если кто-то с Uber как-то связан, катается, работает или просто пассажир, связывайте свой аккаунт и получайте раз в 3 месяца соточку. Единственное, следить надо за тем, чтобы эти очки не сгорели. Потому что, видите, вот написано, что у меня, не забудьте, ваши $80 будут, скажем так, истекают, пропадут 31 мая. Вот. Еще у меня, значит, до этого времени начислится 20-ка из этой сотки. И вот как эта 20-ка залетит, мы сразу тогда ее на что-нибудь потратим. Вот. И что я могу сказать, что почему мы хотим рассказать и познакомить с этим магазином, потому что вот среди моих друзей, сколько у меня знакомых ездит на Uber, и водителям, и пассажирам, никто об этом не знал, ни у кого не зарегистрирован аккаунт, и в общем они этим не пользовались. Да я и сам как-то случайно узнал, потому что, ну, Uber это не рекламировал. Вот то, что можно, например, кофе пить в Макдональдсе, Uber это рекламирует, это в приложении стоит такая пометочка. То есть, когда ты в приложение заходишь, там видно, что ты сегодня можешь поехать в Макдональдс, воспользоваться там всякими плюшками. Можно я еще скажу, что, ну, что там очень много категорий товаров, и кухонная, и постельная, и всякие, как это сказать, ну, электроприборы, и игрушки, и мы, получается, уже 1.5 года знаем про этот шоп, его и пользуемся. Даже нам нужно больше. Мы покупали и кухонную посуду, и формы для запекания покупали, там постельное белье, ну, в общем, если есть категория товара, то в ней в любом случае будет товар, который доступен за эти коины. Запомните. Вот, допустим, мы перед этой покупкой, когда мы сейчас сапоги покупали, у нас на Новый год собрались там эти поинты, и мы все эти поинты потратили на конструкторы Лего. Да. 2 вот таких замечательных конструктора. Лего Сити. Этот на 249 деталек, возраст 5-12. Этот возраст 6-12, 201 деталька. Значит, у нас здесь Лего Техник. Такая вот техника у нас может получиться. Значит, этот Лего у нас идет на 8-14 лет, 365 деталей. Лего Сити, продолжение серии Сити. Здесь, значит, можно собрать вот таких вот 2, я даже не знаю, как их правильно назвать, короче, 2 машины, 2 монстра таких. Возраст 6-12, 378 деталей. И Лего Техник, вот такой вот самосвал. Тут есть 2 ордера от 29 октября. Один на $47 81 цент и один ордер на $86.94. Это я погасил вот эти вот очки, которые у нас были. Вот мы откроем, можем видеть вот эти вот. Один ордер на 2 конструктора, это те, которые пришли в пакете. Получается, один стоил 20 и один стоил 25. И второй ордер, 3 конструктора. Цена 14.96, 39.99 и 31.99. Вот эти очки у меня собрались буквально за 3 месяца. Вот августовский заказ. В августе я погасил $116 37 центов. Это был вот такой вот стул и вагончик. У меня есть на канале видео. Я там подробно рассказывал. Тоже рассказывал про этот магазин. То есть получается вот... В августе я сделал заказ, и в конце августа, получается, сентябрь, октябрь, да, за 2 месяца набежала вот эта вот сумма, 100 с небольшим долларов, которую мы смогли потратить на вот эти конструкторы, как одни из подарков на Новый год детям. Так, если бы аккаунт не был связан Uber с магазином, с ShopYourWay, я бы не получил эти $100. Аккаунты связаны, я просто работаю
и просто туда падают бонусные баллы. Поэтому как бы неплохо нападало на один из подарков от Санта-Клауса. Вот информация, которую я хотел поделиться с вами, которую хотел рассказать. В любой категории обязательно будет товар. Если это Лего, значит будет Лего, которое доступно за поинт. Оно может быть, допустим, как там вот этот Лего, что Антоша любит собирать, эти военные Call of Duty. Допустим, если так его 30 там вариантов разных, да, то за поинт будет доступно, допустим, ну 5 пускай. Но они будут. Ну по всем. Поэтому ловите момент, регистрируйте и пользуйтесь вашими заработанными из воздуха деньгами. А сейчас к просмотру. Так, значит, вот вы видите, написано в строке браузера shopway.com, и мы находимся сейчас в корзинке, потому что Маришка уже отобрала, чего-то туда набросала. Вы видите, справа вверху написано предполагаемая сумма 312. Но, значит, как мы вам уже сказали, что там собралась сумма в $100, и Маришка просто накидала. Сейчас мы хотим вам просто показать, сколько что стоит, и, собственно, показать, что она хочет купить, как это произойдет, наверное. Может быть, потому что я не знаю, там карточку. Потом будет распаковка. Да, потом будет распаковка. Значит, вот мы включили русский язык, но совсем некрасиво переводит. Внимание, женщин, обратите внимание на название продукта. Лодыжка, бути там и все дела. Поэтому мы переключимся на оригинал. И вот так вот, наверное, будет понятней. Короче, понятно, что это ботинки по лодыжку. Ну, что ты смеешься? Так, ну вот смотрите, значит, написано, что они стоят 11,66. Была у них цена 29,99. Значит, почему мы эту сотку подарили Маришке? Ну, потому что... Потому что хорошая девочка. Да, вчера было 23 февраля, и я решил ей сделать подарок. Вот, в общем, она хотела что-то выбрать. Овощи резко. Что ты хотела купить? Овощерезку, ну как-то случайно вот. Выбрала сапоги. Но там была сотка, и овощерезка стоила $34. Поэтому я говорю, давай выбирай, что хочешь на оставшуюся сумму. И после того, как она попала в сапоги, она решила, что значит, ну сапоги так сапоги. Овощерезку можно и не покупать. У меня есть просто. Да, нарезать типа ножом. Или еще той воспользоваться, которая еще не умерла. Так, ну вот обратите внимание, вот какие-то... Женские бонго-сапоги, скайпертал, фэшн-бут, все дела, короче. В общем, стоили они 69,99, сейчас стоят 21,96. Вот еще какие-то полуботиночки. Цена была 60, стоит 20,99. Еще одни женские. 49 было, 13 стало. Ну, в общем, тут все будут женские, это не стоит, наверное, мне повторять, потому что она мужские почему-то, в смысле, зайка моя не выбирала. Она решила, что я еще кирзовые сапоги не сносил с армии. Так, ну вот, 49,21. Вот какие-то, это на самовар, наверное, с таким голенищем надо одевать, с мятым, чтобы раздувать самовар. Так, 39,16. В общем, что я хочу сказать про цену, что вот эта вот цена... которая, например, была 39, она выше, чем, например, в магазине Marshalls или Ross или Burlington. Однозначно она выше. Вот. И вот эта вторая цена, которая красная, за которую можно купить 16,96. То есть, это цена, в принципе, вот этих, опять же, магазинов, которые я назвал. Но в чем фишка? Что в те магазины надо пойти потратить деньги либо со счета, либо с карточки кредитной. А в этот магазин просто эта соточка прилетела за то, что я катался. Вот. Ну, в общем, вот такой вот ассортимент. Это что вот такое за доллар? Смотри детали. Дело в том, что вчера они стоили дороже. Так подождем, может, завтра их просто пришлют. Давайте посмотрим, что в деталях. Предложение информации. Купи одну пару, получи вторую за доллар.
Для семьи. Вот, они 11,66 стоят. Ага, понятно. А вторая за доллар. Манахри. То есть, получается, за 12 долларов мы можем купить две пары. Ну, тоже неплохо. Это не они. Это другие. А, это мы вначале метнулись почему-то. Сейчас вернемся назад. Вернемся назад. Это не они? Блин. А, вот они. Ну, вчера они стоили порядка тоже 12 долларов. Ну, в общем, когда если их покупать и перейти в корзину, то там будет, как и было написано, одни за какую-то нормальную цену, а вторые за доллар. Прикольно. Вот, то есть, ну, возможно, так и будет за 13 долларов пара пар. Так, 13 долларов. Ну, вот вчера, а смотри, вот эти тоже. Вчера такого не было, когда я выбирала. Ну, так сегодня, наверное, акция пошла какая-то. Угу. Видишь, хорошо, что вчера не купили. Смотри, сегодня еще одни. Ну, вот, смотрите, ну, вот как вам вот такие сапожки? Так, 18... Это вообще какие-то 24 дорогие. Я люблю комфорт, женские розы, Rhythm Boot. Что это такое? Сапожки. Очень интересно. Ну, какие-то очень дорогие. Опять полусапожки, опять сапожки, опять полусапожки. И вот, собственно, та вообще резко. А она подорожала. Она была 34, стала 43. Блин, вот видите, короче, цены... Значит, не берем. 100 пудов не берем. Очень быстро меняются. И вот вы видите моя фотография. Вот написано, что у меня есть 100 долларов в поинтах. То есть, это вот то, о чем я вам говорю. Это эти поинты, это бонусы, которые пришли в этот магазин. И которые мы можем потратить. К сожалению, просто открылся магазин. Ну, вы можете купить, увидеть, например, что можно здесь купить. Вот так вот я вам просто покажу немножко. Это бренды, которые дают там специальные скидки. Сереж, а теперь нажми вот сейчас, подожди. Поиск, да, ага. И вставь их именно в поиск здесь. Вот, например, можно товары повыбирать всякие для дома, для быта. Игрушки. Игрушки, спорттовары, обувь. Вы видите магазины представлены, какие участвуют в этом магазине. Ну хорошо, куда ты говоришь найти? В поиск, так в поиске. Ну вот именно в магазине в поиске. Нажимай. И теперь можем написать, как они там, что-то 66. Вот. Ты выбрал. Ну, я выбрал общее. Хорошо, да, давайте сюда. Вот они, эти сапоги. Что... Вот, шуз. Угу. Что ты искала, наверное. Но я не так искала. Но, тем не менее. Но это этой фирмы получилось. Ну, вот смотрите, вот видите, написано 47% скидка. И написано Rhythm Points, то есть это можно использовать свои поинты. Ну и вот видите, написано, они были по 29,99, стали 15,89. Бесплатная доставка и можно покупать за поинты. Так, ну вот сапог, к сожалению, здесь нет. Почему-то, может, мы напишем по-другому, вот так напишем. Так. Наверное, вот так, да? Ну, давай посмотрим. Вот они. Вот, они стоят 16,96, и если купить две пары, то получается, значит, будет тогда за 17,96. Ну, вот, собственно, вот такой. Фотографию вот так менять. Так я знаю, что менять. Я хотел ее еще больше сделать. И видео можно посмотреть. А я почему видео не смотрела? Ты, наверное, не знала. Оп. Видео без звука, к сожалению. Такое очень коротенькое видео. Очень коротенькое видео. Так, ну что, хорошо. Тогда, наверное, мы возвращаемся в нашу корзину. И попробуем что-нибудь замутить. Нет, нам из корзины сейчас нужно удалить то, что мы не хотим. Ну так правильно. Идем, значит, в корзину. Так, ну что, в очередной раз корзина отредактирована. Подгоняем сумму. Значит, сумма у нас получается 100.07. 100 долларов 7 центов. Значит, это вот какие-то такие сапожки высокие. Две пары коротеньких. И еще пара коротеньких.
Еще две пары коротеньких. Две пары, потому что вторая за доллар. Ну, почему за доллар не купить? Еще одни коротенькие. Буду тебе давать поносить. Еще две коротеньких. Короче, я так понимаю, сапог мы уже купили на определенное время. Написано, что все мы можем погасить в наших специальных очках долларах. Ну. Еще и 35 теперь стало назад. Идешь? Ну, так потому что мы же купили на 100. В общем, доставочка стала бесплатная. Здесь доставочка бесплатная. И везде доставочка бесплатная. Немножко мы показываем так обрезанно, потому что там выходят наши какие-то определенные данные, которые, ну, наверное, может быть, не надо светить. Вот. Ну и что, пробуем? Пробуем продолжать. Нажимаем. Так, значит, что мы видим? Мы видим, что мы можем погасить, вот по центру вы видите, 107 долларов. Не 107, а 100 долларов. 100, 70. Вернее, 100 долларов 7 центов. Общая сумма 109 долларов. И мы экономим на этом заказе 239 долларов. И зарабатываем еще 35 долларов. Нажимаем Rhythm. И посмотрим, какой у нас будет общий тотал, вся сумма наша. Замечательно. Наша сумма превратилась в 14 долларов 73 цента. Вы видите, вот отнялось 100 наших долларов, бла-бла-бла. Нам кто-то написал комментарий, как вы видите сверху. Это хорошо, сейчас мы ответим. Мы рады, что вы смотрите нас, когда мы пишем для вас. В общем, у нас такой вот каламбур и комбайн получается. Так, сейчас мы переходим дальше в корзину.